положите лапу на стол. Больно не будет? Я ж потихонечку. История о маленькой девочке Маше, которая пошла в лес по грибы да ягоды, заблудилась и встретила медведя. В парке Захарова состоялось выступление Московского областного театра кукол. Зрителям показали спектакль «Машенька и медведь». Приучать детей к театру надо с малолетства. И посмотрите, сколько сегодня маленьких зрителей. Пусть они смотрят, радуются. И ведь посмотреть на эмоции взрослых тоже, и взрослым интересен этот сюжет. Ведь это сказка из нашего детства. Спектакль действительно был интересен не только детям, но и взрослым. Подобные кукольные представления в парках – отличный досуг для всей семьи. Нам нравятся любые варианты наших сказок, поэтому мы будем рады любым вариантам. Здорово. Очень интересный сценарий и очень интересные, так сказать, манера исполнения сказки. Здорово. Детям очень понравилось. На протяжении всего представления зрители следили за персонажами и даже могли с ними взаимодействовать, познакомиться с артистами и узнать подробнее о куклах. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».